Братцы, коротенький такой апдейт. Хочу поделиться с вами, как нельзя торговать. Психология рынка, что она с нами делает. Вот посмотрите на этот график. Вот тут вот активно была зона набора лонгов. Собственно, чем я и занимался. У меня были выставлены лесенка вот здесь по 6700, по 6600 я начал заходить, по 6500 усреднялся уже. И буквально вот реально уже практически даже в плюсе были лонги. Но потом, когда пошла вот эта сопля на 6400, у меня стоп стоял просто на 6300 с чем-то. И когда я вот это увидел, я решил закрыться до стопа. Потому что решил, ну все, сейчас 6200 сходим, там откуплюсь. И понимаете, как я поступил, как нельзя делать, как настоящий хомяк. Вот тут я вышел в минус небольшой, в стоп, там на другой бирже без убыток. Но, короче, вышел из лонгов. Вышел. А дальше он пошел. Я тут по маркету где-то один раз прыгнул, сразу же вышел в небольшой плюс по скальпу. Но в целом я уже в него не заходил. Получается, что я сам себе напротиворечил. То есть вот здесь я говорил всем, мы активно набираем лонги. Это было понятно еще, судя по вот этим падениям. Как бы уже здесь имело смысл аккумулировать лонги здесь. Но здесь было достаточно безопасно. Я, короче, их аккумулировал. И проаккумулировался вот так, что меня напугали одной свечкой. Я вышел и, короче, не забрал все вот это движение. Ну, как бы хер с ним, с упущенной выгодой. Фома, конечно, немножко кусается. Но сейчас уже все, теперь ждем, естественно, подтверждения. Сейчас могут назад еще свозить и даже еще ниже. Но ниже уже маловероятно. Сейчас ждем куда-то вот сюда, вот от сетки EMA Ribbon, может быть, отскока в районе 6900. Посмотрим, короче, уже теперь, что будет. Но просто имейте в виду, что вот если вы себе точно взяли, как бы у вас есть стратегия, все, придерживайтесь ее, не смотрите на эту всю хуйню. Ну, кольнуло бы. У меня даже до моего стопа бы не дошло. Надо было не смотреть, просто закрывать, идти заниматься своими делами. Вот, поэтому сейчас тоже я так коротенько, чтобы не размазывать. Сейчас еду на репетицию с пацанами играть инди-рок, или как это назвать, не знаю, арт какой-то, наверное, арт-рок скорее, экспериментальный. И чего и вам желаю, сегодня еще какой-то праздник там церковный, Николая Чудотворца или что-то. Короче, работать сегодня нельзя, все, в сделки уже заходить тоже не надо, видимо. Ждем подтверждения, пробьем, улетим выше, круто, будем набирать лонги на диповых свечках. Улетим вниз, ну как бы ладно, может быть я еще, если мы улетим сегодня на 6200, я скажу, фух, ладно, слава богу, что все-таки я не брал это движение. Но в целом, да, вот такая вот ситуация, И в целом, да, смотрю в долгосрочную перспективу на лонг, как всегда, потому что, ну, ребята, вот что тут можно сказать, вот, дневка, да, лонги на Битфинексе безумно растут, на дневке как бы все уже, да и какая тут дневка, вот, логарифмический график, вот, какая тут дневка, неделька, вот она, бычья неделька, все идет наверх спокойненько, своим чередом, вот мы от трендовой сейчас как раз отбиваемся. Вот, поэтому что тут скажешь? Долгосрочную перспективу только в лонг. Это не биток улетает на Луну, это доллар просто дешевеет. И все фиатные деньги, как следствие, потому что их печатают. И да, нам кажется, что биток растет в долларах, это как бы так и есть. Но пока мы не перестанем считать в долларах, а как только мы в своих потребностях начнем пользоваться криптой, то он перестанет расти, биток, к доллару. Но к тому моменту он уже может вырасти и до 100 тысяч, и до миллиона долларов, и там до скольки угодно. Ведь в шорт, поймите, шорт в самом слове заложено, в слове шорт, что это ненадолго, да? Вот. А так же, как и в самом слове лонг заложено, что это надолго. Поэтому поймите. На рынке мнение начинается уже, что надо быть не как большинство лонговать, а наоборот, надо играть против них и шортить, чтобы быть в плюсе, чтобы заработать на тупости лонгистов. Но, как правило, в итоге все зарабатывают еще больше на тупости шортистов, когда все разворачивается и улетает в космос. Так что ждем этого. Когда это произойдет, биток перестанет расти, когда перестанут в долларах расчеты вести. Но насколько он до этого момента вырастет, точнее, насколько доллар соскамится, там, сколько будет стоить один сатоши, условно говоря, будет ли он стоить один доллар или там больше, или меньше. Вот настолько он и зафиксирует. То есть у людей в головах останется, что за один биток я могу там, как сейчас, вот купить там машину, допустим, да, там какую-никакую. А когда он взлетит, то все будут понимать, что за один биток я могу купить там дом хороший, например, с участком или что-то. Вот, и все.
Об этом я вам хотел сказать. Не забывайте об этом, что лонг — это всегда в долгую, шорт — это ненадолго. Это кроется в самих словах этих английского языка. На кнопках красной и зеленой, которые вы жмете. Ну, а так-то да, в краткосрочной перспективе понятно, что все ванги, вон, можно было, да, там, условно говоря, вчера кнопка бабло была красная, а сегодня кнопка бабло была зеленая. Это так вам любой скажет уже вот сейчас по графику. А куда он сейчас пойдет? Ну, давайте устроим голосование в комментариях, может быть, или сейчас тут в Ютубе, если я разберусь, как сделать голосование, сделаю. Вот, ну и всего вам доброго, профитов, успехов и так далее. Не делайте так, как я сделал. Я сам написал все правильно в чате, что лонг 100%, заходите, ведерки, лесенки. И сам вот так вот из него выпрыгнул, из этой ракеты. Ну ничего, так тоже бывает. Все, я с вами честен, рассказываю, как есть. Иногда даже лучше сделать так, в других случаях. Вот это явно не тот случай. Здесь видно, что свечи очень плотные, и как бы мы идем наверх. Но иногда... надо сделать так. Иногда, да, это хорошо даже, что я вышел. Так что пофигу. Вот, ну не забывайте еще, что 3 января у нас акция Proof of Keys. Все свои криптомонеты выводят со всех бирж на холодные кошельки. Да, прочитал сегодня в чате где-то смешно, что держи жопу в тепле, а битки в холоде. Вот, так что битки держите в холоде. 3 января, по крайней мере, давайте проверим, как биржи... работоспособность их отдачи. Вот. Ну и скоро запишу новое видео еще по Binance, по их новым фичам, по отличиям вообще бирж. Думаю попробовать делать на English еще контент. If you speak English and understand my dialect, Runglish, so please write in comments below. We'll try to do something in international language. Вот, плюс еще оцените новую тему Dudex. Здесь только BTC к доллару, но достаточно прикольные комиссии. На вывод всего 10 тысяч сатоши. Короче, аналог Bitmex и Bybit очередной. Но только на биток пока. Ну и не забывайте про Bybit, конечно же. Не забывайте, там они добавили USDT, кстати. Ну его тут нет, он есть как обеспечение. Вот, не забывайте про Bitmex, про... Binance и про все остальное, крутить краны и так далее. Все, ладно, это был короткий апдейт, что-то я уже запизделся. Все, всех благ, на связи, обнял, пока, люблю, йо-йо.